Добрый день, меня зовут Кольбин Дмитрий, и мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. Сегодня 25 июня, а за моей спиной находится кукурузный блок, где мы планируем провести фоновую обработку нашим инсектицидом. Сейчас кукуруза находится в самом начале выметывания, однако в массе метелка еще не выброшена и находится в одном оберточном листе. Это означает, что через 2-3 дня наступит массовое выметывание культуры. Давайте же пройдем в поле и посмотрим на развитие фитосанитарной ситуации своими глазами. Как я уже говорил, кукуруза в основном еще не выкинула метелку, и она находится в одном оберточном листе. Вот, давайте посмотрим, что же содержится внутри этой метелки, внутри этого оберточного листа. Мы здесь видим многочисленные экскременты, оставленными гусеницами. А вот непосредственно и сам вредитель, мотылек. Также здесь имеется тля. Давайте посмотрим, что же находится, что же у нас имеется на другом растении. Вот случайным образом мы взяли метелку. Также мы здесь видим экскременты. Экскременты от гусеницы. Давайте развернем этот оберточный лист и посмотрим, что же внутри. Ну вот вы видите на паутинке, это опять же гусеница кукурузного стеблевого мотылька Loxostega stickticalis. Также на кукурузе, но еще на отдельных растениях можно увидеть повреждения хлопковой совкой, которая выражается в дырчатых пятнах, но их еще довольно немного. Вот, пожалуйста, посмотрите. То есть время для работы инсектицидом уже подошло. Коллеги, на данном поле экономический порог повредителю стеблевой кукурузный мотылек не достигнут и составляет менее одной гусеницы на растение. Однако выбор всегда за вами. А я через несколько дней буду проводить обработку данного участка нашим инсектицидом Амплига. Спасибо за внимание. Всего доброго.